Уже выбрали имя собаки? Как собачку будут звать? Ларри. Появилось видео про собачку. Потом я показал своей младшей сестре. Потом мы с младшей сестрой уговаривали и уговорили родителей. Показывай, что там у тебя. Вот она, здесь. Это кто? Это вот те, которые, да, хоккеисты, да? Да. Как зовут-то? Вадим Кипятишко. Большие, смотрю, да? Большие подарки. На Новый год, на Рождество. А как тебя зовут? Аня, сколько лет-то? 5, да? Планы ее ждут всем воротынцам, вся хоккейная команда «Волга» в хорошем доме. У нее будет подружка, и она ее научит. Я тебя хорошим? Хорошему. Когда не подрывать, я куплю. Место хорошее. Гулять можно везде. Пойдем, покажи, раздевалку. Все нормально. Мы болеем за «Торпедо», наверное, с тех времен, когда у нас ребенок начал заниматься хоккеем. Он за свой Нижний Новгород переживает, мы за него переживаем, он за Нижний Новгород. Пытается быть похожими на игроков. Я играю левым защитником. Да, будем плакать, но мы будем рады, потому что, в принципе, мы все равно понимаем, что собака будет жить хорошей жизнью. И это все, что мы хотели для нее. Мы все поплачем чуть-чуть, потому что уже привыкли к ней. А есть существо, которое очень сумеет.